Девчонки, всем добрый вечер. Я буду снимать так, потому что сейчас все узнаете. У нас послезавтра уже, послепослезавтра самолет. Вот. И программа. У нас теперь есть программа Final Cut. Все, она к нам вернулась. Я теперь могу с ней все творить, вытворять, склеивать, добавлять фотографии и все тому прочее. Короче, я хочу до отлета, то бишь, завтра успеть записать видос про то, как я сходила в салон на покраску волос. Да. Мне есть что рассказать. Поэтому я сейчас сижу вот с этим. И сейчас буду как-то пытаться переделать, чтобы это было более-менее нормально. Потому что мне не нравится то, что мне сделали. И я не знаю, получится ли мне исправить. Ибо записаться я уже никуда не успеваю. И, в принципе, нету нигде мест, чтобы это доделать или исправить. Я не знаю. Возможно, кому-то из вас понравится то, как мне сделали. Но я считаю это неправильным и немножко некомпетентен был вот этот вот парикмахер, так скажем. Меня бомбит, меня жестко бомбит, и я хочу именно записать на камеру, именно с видео, потому что я немножко снимала там. Не сказать, что снимала именно со словами и что-то еще, а просто какие-то этапы фиксировала на телефон. Вот, и сделала фотографии, которые были после. Вот, завтра я работаю до 4, после нам надо будет как-то быстро слезть. Слетать, съездить в магазин, докупить шорты. Вот, у нас нет шорт. Да. Это немножко такая казусная ситуация, конечно. Лето, у нас нет шорт. Просто в те шорты, в которых я сейчас хожу, они мне немножко большеваты. И как бы для того, куда мы летим, оно не очень. И нам уже второй день подряд меняют какие-то новшества. Аэрофлот выдает. Нам уже поменяли самолет. Вот, пока не буду говорить, куда. Когда мы завтра мы поедем в Карелию поздно ночью. И вот в завтрашнем влоге я уже все буду рассказывать, что куда мы летим, потому что это уже будет, ну, как бы, считаться поездка. То есть я завтра работаю крайний день перед, типа, отпуском. Фух, вот. Что еще хотела сказать? Купальник мы купили такой мне черный, потому что мне ничего не понравилось, вот, поэтому остановились на таком черненьком варианте для полненьких, так скажем, вот. Еще Диме нужно будет докупить плавательные всякие штукенцы. Плюс мы заказали чехлы для двух телефонов, чтобы, типа, в море можно было что-то поснимать прикольное, да и, в принципе, на пляже не оставлять телефон. И что еще произошло? Куниц, я уже говорила, что мы отвозим в Карелию к моим родителям. Вот. Да, в принципе, ничего такого нет. Вот, спортом начала заниматься с 26 числа. Вот, прям так плотненько. То есть через день у меня всегда есть, через два есть тренировочка. Так что быстренько думай, что еще хотела сказать. На работе все прекрасно, все хорошо. Ничего такого интересного не происходило. Ну, кроме, знаете, гости всякие бывают. Вот, в принципе, ничего больше такого, наверное, мусолить не буду, потому что время задерживает, просто чтобы вы были в курсе событий, почему я ничего не снимала и почему я не могу ничего снять, потому что мы ничего не успеваем. Ничего. У нас не собрано ничего, мы не знаем, куда мы там пойдем, когда прилетим. Это надо все подумать, надо все документы собрать в кучу, распечатать билеты, распечатать страховку. Я ничего не успеваю. Я сделала маникюр. Здесь у розовенькая, а на другой руке я сделала немножко фиолетовенький. Все, ладно, всех целую, всех обнимаю, меня не терять. Я с завтрашнего дня прям будут влоги, как они и были. Вот, потому что у нас теперь есть приложение. Все.